камеру только включил, как эта гадина цапнула прям переносицу. И снова всем здравствуйте. Пошел прогуляться опять. В красивые свои места, больше некуда пока здесь поблизости ходить. Смотри, Иван-чай уже отцветает. Он уже вон, что, похуй дает. Подушки его толкать. Все, лето кончается, можно сказать. И это что за напасть? Мордуха. Нифига себе. Долго ж она там пролежала. Веревка? Нет. Сетка рабится, наверное. Сегодня нас тут рыбачат. Что-то поплавок не хочет клевать. Даже не шевелится. Ну да ладно. Камрюха? А, камрюха. Дерево собака красивая. А, типа все выгуливаться, да? А, камрички. А, чернышка. Вы пошли выгуливаться? А? На работу пошли? А, камрюки. Камрюки. Камри. Камри. Не слышишь, видите, собака. Камрюха. А это что за разводы на воде? Ну, осень. Начинает все цвести. О, сегодня здесь собак сколько много. Камрюха, ты куда? О, поскакала, это камри. А тот черныш. Ух! Ишь! Напали на собаку. Ах, они гады две. Пошли. Фу! Че, дура, что ли, совсем уже? А? И ноги-то и так тонкие, уйди отсюда. Жулик, прекрати нахрен. Жулик нельзя. Жулик нельзя. На, 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 на. Напугай собака деда. Здрасте. Здрасте. Да не отпусти ты его. Куда он? Че, он съест меня, что ли? Че, клюет? Ну, пискарь. Пискарь? Ну что ты? Вот сколько пискарей. Ну, а что она цветет, что ли, или что? Она помельчала. А что случилось-то? Ахеж, ну так водопад там что-то не шумит, блядь. А если прокусил ногу? Ну что, псина, я пойду? Не будешь кидаться? М? Рыжий барбос. Удачи вам. Действительно все обмельчало. Что-то я припозднился этот раз. Мне надо лобозняка. Вот он. Уже покусала, хватит. Успокоилась? Ну все? Будешь семочки? Иди сюда. Иди где? Иди ко мне. Не, моя. Не, моя. Иди. Ну что ругаешься? Что ругаешься? Не. Все? Так а эти собаки чей нет? А это сторожа, которые здесь ходят. Они же охраняют здесь. Вот они, пошел проверять он. Жулик, мы твою рыбу не берем. Отвал. Будь споки, не гугу. Нам трава нужна. Калины будет много в этом году. Вот теперь ее точно все видно. Лобозничок. Давай я тебя соберу. Маленько. Надо было мне, когда Викторию рвал собирать, только-только начинали. Хорошие были шишки. Сейчас они уже все отходят. Ну ничего, нам хватит. Мне много не надо. Жулик, ну все,
Ну все, 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 хватит, хватит. Ну ты уже мне почти друг. Добрый день. Здорово. Че она помеляла? Обмеляла все. Беда. Случилось? Ну, завтра наладчиков будет что-то где-то там на стволе. А я иду, смотрю, там у вас пусто около будки, думаю, да. Что за новость-то? Да. Всегда вода стояла. Камрюха, был, ты был, куда? Ну, завтра ждут наладчиков, что-то там. Ну, он там наловил. Карасей. Скорее вот так вот. Скорей? Ну, в ведре. А карасей нету? Есть, что-то, говорит, плохо ловится, и кто-то сорвался у него, там, говорит, как стукнуло, и удочку все оторвало. Это что-то крупное. Ну, килограмм, может быть, на 3 карасина какой-нибудь бахнуло. Ну, говорили тут и эти, карпы замечали когда-то. Ну, это было давно. Но никто не ловил. Угу. Замечание, но никто не ловил. Ну, моим глазам свидетелей не надо, вот сам увижу, тогда другое дело. Вы за грибами, да? Да не, я вам пошел травки порвать. Пропало, но болиголов уже весь. Это не болиголов. А как его называется? Болиголов совсем другое. Эй, там... Болиголов, которая вот такой. А это лобозник, таволга. Ой, ясно. Ну ладно, удачи. Ну, вам тоже. Пошли. Камрюха, тебя зовут, иди скорей. Пошли. Раньше надо приходить. По России еще раньше, значит. Ну, 4 прийти. И узнать, как она будет клювать. Да что-то последнее время все жалко. Вон сколько облепихи зеленой. Облепиха будет. Не так, чтобы много, но есть. По сравнению с прошлым годом поменьше. Доннику я насобирал. Вот он. Желтенький донник я насобирал. Вкусненький чаек с него. Я для себя собираю. Давление будем снижать. Или для нормализации давления. Запариваю и пью как чай. Вот дягеля сколь. Кустиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Вон 20. 20 кустов дягеля. Дался мне этот дягель. Че мне? О, не дягель. Совсем не дягель. Близко не дягель. Девясил. Девясил. Девятьсил. Вот кто это был. 20 кустов девесила. Ну чё, искупаться надо же, да? В обязательном порядке. А то был около речки. И не буль-буль. Так же нельзя. Сейчас пойдем там где-нибудь нырнем пару раз. Бультыхнемся. Ну вот, сколько прошел. Ни одного грибочка не увидел. Зато вон водомеров сколь. Много. Так, вы куда? Здесь похлюпаться, что ли? Нет, туда пойду. В этом болоте прошло очищение какое-то. Тут дно видно. То никогда не было видно.
Вода посветлела. Чё к чему. И в тех трех озерах, четырех, вода упала. Насос, видать, навернулся. Но здесь рыбок не видать. А там рыбки были. Донник. Хожу, все тереблю. Пить буду чаек. Все для себя любимого. Ну вот оно дно. И водоросли появились, видно стало. А что случилось? Не знаю. Может быть, она где-нибудь себе русло какое-нибудь пробило, потихоньку выходит. Но это не точно. Вроде домой шел сам, опять куда-то в гору поперся. Если что, вот здесь можно напиться. Слога бежит. Он журчит. Журчат ручьи. И грибов нет. И грибов нет. Вру. Вот они. Вот они. Но это не то. О, как хорошо по тенечку шагать. Фух. Все, вверх ползти. Резона нет. Ну где он есть-то? Вот когда его надо, вернее не надо, лобозняка, его пропасть целая. А вот сейчас специально пошел, за ним лезть надо, и он уже отцветает. Пойду, пройду по тропинке чуть-чуть. Я что-то не помню, есть он по дороге здесь или нету. И, конечно же, есть, только высоко, по-моему. Вон там вверху папоротник. О! А что такой цвет красивый? Орёт на меня! Сейчас, подожди. Рюкзак одену. По-моему, телеконята где-то у него тарут. Вон сидит еще один. Папаня или маманя или пикуненок это такой, а? Где ты там? Сейчас жду, когда я тебя видел. Я все, я не вижу его. Или он улетел, или так сидит, что я его не вижу. Ладно, сейчас все увидим. Фух.
Ну, ёкала, мы на вон лабаз нигде. Я за ним туда не полезу. Это ты чё? Вон его сколько там. Тут травище выше моего роста. Я туда не полезу. А вон он тот кружит. Чё он орал надо мной? На солнце. Всё, короче, пошёл я назад. Эх, нафиг. Чё там забыл в этой горе? Фу. Вишни посмотреть только слазить. А чё я лазь? Я её тут вижу, что её нету. Вот они, пустые вишни. Вон одна красненькая, одна полукрасненькая. Вот еще вишни пустой вообще. Нету вишни в этом году. А вот малина есть. Ну-ка, подойдем поближе, посмотрим. Так, где у нас тут край обрыва? О, малина хорошая какая! Ой, вкусная! Я вот прям сразу вижу, что она сладкая-присладкая. Матрешка. Кому матрешки? Ну, кому не надо. О, малина сколько. Тут еще больше. Ё-моё. Все. Ниже этого озера, ниже, за этим озером еще одно. Вообще сухое. Насос сдох, видать, в шахте.